И всем привет, с вами Ростиксон, и сейчас я вам расскажу о моем плане и чем я именно помогу. Итак, мне было нечего делать, я видел, как люди зарабатывают много на щиткоинах, и подумал, а чем я хуже? Первая мысль моя была, конечно, закинуть побольше денег, но я подумал, это рек, заходить туда, где вы ничего не знаете, в том числе. Я тогда вообще, ну, не торговал щиткоинами, честно сказать, и подумал, почему бы не сделать рубрику с 100 долларов до миллиона долларов. Еще параллельно, пока я буду к нему доходить, часть там прибыли выводить на какие-то ништяки, там, условно, какой-нибудь новый iPhone, там, ноут и так далее. И сделать это в прямом эфире, в своем телеграм-канале, в чате, то есть еще там показать другим людям. Плюс это все начало крутиться, то есть очень важно, я считаю, доводить свои идеи до ума, то есть совершать какие-то действия, потому что только действия приводят к результату. Итак, давайте чуть подстопимся, и я посмотрю еще раз на название этого видео. А, мой план. Ну, давайте, поверхностно я его рассказал. А чем я помогу вам? Вы сможете также выделить небольшую сумму для условного челленджа. Так же, как у меня, я бы вам советовал не более 100 долларов, но и хотя бы не менее 50, чтобы плюс-минус понимать. Но начать, конечно, с наблюдений, не покупать сразу же. И там первые покупки делать на 1-2 доллара. Окей, идем дальше. Чем еще я вам помогу? Вы сможете учиться чему-то у меня, перенимать мой опыт, смотреть, какие я монеты покупаю. Самое главное, я объясняю в канале, почему я их покупаю. То есть я покупаю не просто щитки, а стараюсь объяснить какой-то нарратив, почему, как, зачем или за кем я повторил. А об этом важнее. То есть я повторяю за людьми, у которых везет на продолжительном промежутке времени. То есть, у которых есть результаты, действительно. Вот, сами подумайте, да, я торгую щитками всего лишь 2 недели, и у меня уже 300 долларов со сотки. Можно ли сказать, что я гений? Наверное, мне просто везет. А я стараюсь повторять за теми, кто успешно торгует на протяжении года, двух, трех и более. Давайте сейчас я вам покажу. Так-с. Вот заходим в Telegram. У меня есть папочка. Интересно. Там вот интересные каналы, с которыми я лично слежу и читаю, да? Там просто какие-то крутые типы, за которыми интересно понаблюдать, иногда повторить их сделки. Также есть приватки. Вот, например, Атарби. Подписавшись на меня, вы сможете видеть колы из приваток бесплатно. То есть вам даже не обязательно ничего покупать. Вы просто можете, допустим, я пишу, когда Арби что-то пишет, я это там закидываю в свой чатик, мне не проблема. К тому же потом многие понимают, что лучше там получать информацию с первого источника, а не через меня, когда я там ее выкладываю там минут через 10 или позже, когда я вижу. Также я в картеле, это тоже приватка, но уже за 200 долларов. И там, понимаете, о чем я? То есть вы, подписавшись на меня, сможете смотреть вообще все, что я делаю, и получать какую-то там информацию. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Теперь, что же получу я? Я получаю аудиторию, очень хорошую аудиторию, как я считаю, которая хочет заработать и заработает, потому что все мои идеи, они просты, и поэтому они действенны. Просто повторять за успешными людьми, постепенно понимать, почему они совершают те или иные действия, соблюдать риск-менеджмент. Успех неизбежен, судьба. Да, то есть, я думаю, в будущем я буду и продавать рекламу, то есть мой телеграм-канал уже растет. Самое главное, я обретаю некие связи, то есть, допустим, в чате человек Сигма, у него там приписка, можете поискать, я уже сохранил его кошелек, некие сделки повторяю за ним, там, обсуждаю какой-то рынок, думаю, как в СПБ прилечу, увидимся с ним. Это комьюнити, аудитория, то есть я развиваю свой чат, там туда закидываю какие-то лудильные темы и просто какие-то приколы, мы часто там рофлим. Так вот, идем дальше. Что еще? Сбился с темочки. А, еще я получаю доступ в приватные комьюнити, допустим, тот же картель за 200 долларов, который действительно может изменить мою жизнь. Я
получаю доступ приватки к армии. То есть это лайфчейндж со всех сторон. И теперь очень важно, как вы примените эту информацию. То есть вы просто проснете это видео, или вы вступите в чат, зададите какие-то интересные вопросы, которые важны вам, от которых зависят ваши деньги, ваш заработок. Подпишитесь на канал, на каналы интересные, которые я сделал. Решать вам. Я рассказал вам свой план, и я буду действовать по нему. Можете оценить в комментариях, может там посоветовать мне что-то, буду рад, или какую-то критику поставить, или если вы торгуете давно на щиткоинах, то сказать какие-то минусы моей стратегии. Спасибо.